І щойно з'явилося звернення президента України Володимира Зеленського. Пропонуємо вам його повну версію. Совсем недавно наши парни выиграли ПКН с ГУМ 1 миллион долларов, после чего я тоже хочу научиться стрелять. Саша Костылев, научи меня. Все, и свою психику надміру не переживайте. Наразі це все. Дякую, що ви були з нами. А где это ты это нашел вообще? Ой, фу. Это, не знаю, мне скинули. Леха и Альберт скинули. Это чувак, у которого голос похожий, как у Зеленского. А ты бы рубанул с ним, слышишь, двоечки? Что-что? Рубанул бы двоечки с Зеленским. Что такое двоечки? Ну эти, напарники. Конечно. Прикинь, реально.